HP LaserJet Pro-M 404 Dian – монохромный лазерный принтер для офиса с большим документооборотом. Лазерный принтер с корпусом формы правильного куба выполнен в строгих бело-серых тонах. Корпус из толстого пластика довольно надежен. Блок управления с кнопками и небольшим символьным ЖК-дисплеем располагается с правой стороны от механизма выдачи отпечатков. На задней стенке разместили разъем для подключения локальной сети, порт для кабеля USB и гнездо для адаптера питания. Также на задней стенке находятся вентиляционные отверстия, которые отвечают за охлаждение компонентов. HP LaserJet Pro-M 404 Dian выпускает до 38 монохромных документов в минуту. Именно поэтому его можно использовать в офисе. При этом разрешение готового отпечатка составляет 4800 на 600 точек на дюйм. Если осуществляется двусторонняя печать, то скорость падает до 31 страницы в минуту. Для вывода первого отпечатка принтеру требуется чуть больше 6 секунд. Возможна печать как на листах А4, так и на конвертах. Плотность используемой бумаги должна находиться в пределах от 60 до 175 грамм на метр квадратный. В лоток для подачи бумаги вмещается 250 листов. Из них 150 страниц помещается под устройством выпуска отпечатков. И 100 листов можно добавить через устройство ручной подачи. HP LaserJet Pro-M 404 Dian оснащен процессором с тактовой частотой 1200 МГц. Также за производительность отвечает 256 МБ оперативной памяти. Из особенностей отметим возможность прямой печати файлов PDF, поддержку 84 масштабируемых шрифтов TrueType и работу по протоколу AirPrint. Для работы принтер требует 490 Вт энергии, а шумовые характеристики при активной работе не превышают 54 дБ.